В Улан-Удэ на проспекте Строителей идет активная фаза первого этапа строительства дома обманутых дольщиков. Большая часть работ по устройству внутренних инженерных систем завершена. Первый этап строительства выполнен на 60%. Этап подразумевает завершение строительства 5 жилых многоквартирных блоков. Это 215 квартир. Планируется, что строительство первого этапа жилого комплекса будет завершено до конца 2022 года. Тогда будут восстановлены в правах 217 дольщиков. Многоквартирный жилой комплекс на проспекте Строителей начинала строить компания «Ситистрой» в 2014 году. Однако дольщики так и не увидели своих квартир в срок, а ведь дом должны были построить еще в 2018. А в 2020 году застройщик был признан банкротом. Права на объект арбитражный суд передал некоммерческой организации «Фонд поддержки граждан-участников долевого строительства».